100 тысяч москвичей собрались на футбольный матч между первыми сборными командами Румынии и Советского Союза. Это товарищеская встреча и первое выступление советской сборной команды после победы на Олимпийских играх. Игра началась. Хозяева поля завладевают мячом и переходят в атаку. Румынский вратарь Тома и защитник ликвидируют опасность. Ответное наступление. Румынские футболисты на половине поля советской команды. Вратарь Яшин отбивает мяч в лицевую линию. Угловой удар не приносит гостям успеха. Первая половина матча заканчивается безрезультатно. 0-0. Вторая половина начинается атаками хозяев поля. Но удары советских футболистов по воротам неточны. И как это, к сожалению, часто бывает, счет открывается совсем у противоположных ворот. Мяч в сетке ворот советской команды. 1-0. Время идет. До конца игры остается 12 минут. Идут советские футболисты, забивают мяч в ворота команды Румынии. Ничейным счетом 1-1 и заканчивается эта первая в нынешней зоне встреча румынских и советских футболистов.